Приветствую, друзья! Рад нашей встрече в новом 2024 году. И сегодня я презентую новую образовательную программу – курс прогрессии. Курс начинается 21 января. Вы узнаете всю суть и научитесь ключевым навыкам о прогнозировании методом прогрессии. В современной астрологии в большинстве своем для составления точных прогнозов и видения всех событий жизни будущего и прошлого используются три основных метода. Это прогрессии, которым посвящен курс, дирекции, курс на эту тему будет сразу после, и транзиты, которые сейчас доступны в записи. Владение данным методом и интегрированное его использование наряду с остальными позволяет четко описывать текущую ситуацию, делать прогнозы на будущее и ретро-прогнозы, которые необходимы для ректификации и понимания жизненного пути человека. На курсе мы изучим метод вторичных прогрессий, формула которых одни сутки равны одному году жизни. Прогрессии позволяют увидеть жизненный цикл человека, изменений внутренних мотиваций и основные события жизни. Я как преподаватель астрологии часто вижу такую картину учеников, что многие фокусируются на транзитах, потому что этот метод максимально известен и широко распространен, и иногда не дотягивают по остальным методам прогрессии дирекции, либо полностью их игнорируя, либо имея небольшие знания. И именно эти методы как раз-таки необходимо освоить для составления полноценных прогнозов. Напомню вам, что качественное адекватное прогнозирование всегда совокупность нескольких методов. Я в своей практике использую как раз-таки прогрессии, дирекции и транзит. То есть зачем приходит на курс? В первую очередь приходят начинающие, кто уже освоил натальный анализ и хочет изучить прогнозирование. Также приходят астрологи с опытом 1-3 года, кто хочет начать консультировать по прогнозированию и закрыть пробелы в знаниях. Приходят и опытные астрологи со стажем более 3 лет для обогащения своих знаний и компетенций. Также приходят специалисты смежных областей, кто уже начал интегрировать астрологию в свою практику. Ну и, конечно же, приходят просто все, кто хочет освоить для себя метод прогнозирования прогрессии. Также приходят ученики, которые нуждаются в поддержке и проживают так называемый синдром самозванца и не могут разрешить себе консультировать по прогнозированию, смотреть события из жизни реальных людей. Что даст вам курс? В первую очередь цель курса – формирование мышления астролога-прогнозиста. Также вы получите четкую и понятную информацию по работе с методом и его освоению. Также умение составлять свои трактовки прогрессий, умение давать рекомендации по проживанию прогрессий, работа со своей картой и изучение прогностической ситуации, практику на картах реальных людей и уверенность, чтобы начать консультировать. Почему ученики доверяют и выбирают курс? В первую очередь благодаря резонансу с моими личными ценностями, которые я, естественно, внедряю в обучение. Это гуманизм и адекватность, качественная селекция материала, профессиональная и глубокая обратная связь от преподавателя и куратора. Структуру курса. Курс состоит из 4 занятий по 2,5 часа. На самих занятиях вы видите уже привычное вам окно астропрограммы, меня, преподавателя, чат трансляции и презентацию с тезисами, которая останется у вас и после курса. Программа. На первом занятии мы с вами изучим суть метода. Здесь будет введение в прогнозирование, место прогрессии, собственно, в прогнозирование. И потом дальше мы уже смотрим, как устроен этот метод, как он работает. На втором занятии мы изучим элементы прогрессии и их активность. А какую динамику вы можете наблюдать в прогрессивной карте, какие показатели меняются больше, какие меньше, а у кого какая значимость, куда смотреть в первую очередь, все это на втором занятии. На третьем занятии мы продолжаем углубляться в тему и переходим к интерпретации планет. Как же, собственно, интерпретировать те изменения и те показатели, которые происходят в прогрессии? Вот это вы узнаете на третьем занятии. И на четвертом занятии мы переходим к анализу прогрессии, где, собственно, вы получаете последовательность по пунктам, что нужно посмотреть, когда вы открываете прогрессивную карту и накладываете ее на натальную. На курсе будут рассматриваться карты людей из окружения учеников, естественно, анонимно, с их предварительного согласия. После каждого занятия вы получите домашнее задание, где будете изучать прогрессии уже в своей карте. Таким образом, вы последовательно изучаете метод прогрессий, применяя на своей карте в домашних заданиях, и получаете обратную связь от меня, если вы на тарифе Уран, или от куратора, если вы на тарифе Юпитер. А во время самих занятий вы получаете много практики из примеров, которые мы будем рассматривать непосредственно на занятиях. На занятиях можно присутствовать онлайн или смотреть их в записи. Доступ к записям сохранится до июня 2024 года. Расписание. Занятия проходят в 10 часов по московскому времени. Первое занятие в воскресенье 21 января. А дальше занятия будут по субботам 27 января, 3 и 10 февраля. Условия. Для участия в курсе вам, конечно же, понадобится знание натального анализа, то есть умение трактовать гороскоп. Если вы чувствуете пробелы в знании, все в порядке, вы можете заполнить их во время курса или после.
обратившись ко мне, я порекомендую вам либо свои программы, либо литературу, которую нужно будет вам прочесть для того, чтобы получить необходимые вам знания. Всем ученикам, закончившим курс, выдается сертификат в электронном виде двух видов в зависимости от тарифа. Тарифы. Первый тариф базовый, называется он «Меркурий». Здесь вы получаете лекции и телеграм-чат участников. На тарифе «Меркурий» количество мест не ограничено. Про телеграм-чат хочу сказать отдельно, что на протяжении всего курса я, куратор и все ученики общаемся в телеграм-чате, где обсуждаем насущные вопросы по астрологии. Я даю дополнительную информацию, знания, и на самом деле в этом чате наберется информации, судя по опыту прошлых курсов, еще на пару лекций. Следующий тариф «Юпитер». Здесь вы получаете лекции, телеграм-чат участников, проверку домашних заданий от куратора. Также вас ждет бонус – запись одной встречи мастер-группы, где мы разбирали тему реализации и отношений. На данном тарифе предусмотрено всего 10 мест. Следующий тариф «Уран» – высшая планета, максимальные опции. Он включает в себя лекции, телеграм-чат участников, проверку вашего домашнего задания лично мной. Я вам в аудиосообщениях буду давать обратную связь касательно вашего домашнего задания. Также вы получите одно индивидуальное занятие со мной после курса продолжительностью 1 час, где мы с вами еще раз пройдемся по методу, вы сможете задать свои вопросы, я посмотрю, как вы анализируете карты, и мы вместе разберем прогрессии какой-то карты, которую вы сами выберете. Также на этом тарифе предусмотрен большой бонус записи всех 4 встреч мастер-группы, где мы разбирали много интересных тем, как по натальному анализу, так и по прогнозированию. На данном тарифе всего 5 мест. Во время курса смена тарифа не предусмотрена. Итак, приглашаю всех, кто хочет изучить прогнозирование, кто хочет иметь в своем инструментарии методы прогнозирования профессионального астролога. Добро пожаловать! Запись по ссылке под этим видео. Хорошего вам дня и до встречи на обучении.